Если спросить любого жителя России, что он знает о Магадане, то наверняка ему на ум придут трагические моменты из истории нашей страны. Но в этом фильме мы хотим отойти от навязанного образа. Ведь Магадан – это, пожалуй, самый неоднозначный и противоречивый город нашей необъятной родины. Оторванный от большой земли, он разительно отличается от большинства российских городов. Густые туманы, неприступные северные берега, суровый климат и такое короткое лето. Но в то же время невероятные красоты и богатство природных ресурсов, дружелюбие и гостеприимность жителей делают наш край поистине уникальным. Магадан – город контрастов. Сегодня Магадан – это транспортный узел регионального значения, связывающего территорию с большой землей. Здесь воедино сходятся воздушные, морские и автомобильные трассы. В инфраструктуру города входит крупнейший на северо-востоке России морской торговый порт и международный аэропорт Магадан. В городе сосредоточен научный, общеобразовательный и культурный потенциал области. Нельзя обойти вниманием монумент «Маска скорби». Автор проекта «Эрнст Неизвестный» посвятил его жертвам политических репрессий. Памятник высотой 18,5 метров возведен в 96 году на сопке Крутая, откуда со смотровой площадки открывается прекрасный вид на весь город и бухту Нагаева. Магадан уделяет большое внимание спорту, выделяя средства на строительство и развитие спортивных объектов. Спортивный комплекс «Колымский», «Ледовый дворец», «Дворец спорта», «Плавательный бассейн», «Школа бокса» и множество других объектов. Особую роль в спортивной жизни области, где лыжный сезон длится почти 9 месяцев, играет спортивно-развлекательный комплекс «Снегорка», расположенный на территории микрорайона «Солнечный». Данный комплекс является излюбленным местом для проведения семейного досуга и развития спортивных навыков. Магадан – это молодой, но очень перспективный город, открытый для развития новых проектов и идей.